В этом маленьком мире, в этой маленькой съемной квартире, под гнетом множества мнений, я снова готовлю пельмени. Пока их мешал, успел накрутить. Как же трудно мне порой живется. Когда я брошу пить и курить? Когда удача ко мне повернется? Сколько еще до денег в мешках? И почему я так долго без отношений? Куча вопросов, способных мешать, будто псу его новый ошейник. Посолил, поперчил, пускай остывают. Прямо как я, от безответных вопросов. Счастливых людей что, не бывает? Бывают. Счастливым быть не так уж и просто. Сложно ценить то, что имеешь, ведь вроде бы. У меня всегда это было. А вот много денег сразу добреешь. Дома супруга просыпаешься с пылом. Сука, эти пельмени. После раздумий и вкус горьковат. В этой коробке столько сомнений и постоянное чувство. Я виноват. Не вини себя с дуру. Все впереди. От мыслей не скрыться ни богатым, ни бедным. Тот, кто любит себя, обречен быть в любви. А вкус поражений, согласись, отдает чем-то победным.